Здравствуйте, меня зовут Влад Чернявский, мне 22 года, и я студент 4 курса Театральной академии на Маховой. У меня есть опыт игры в кино, в театре. В кино в основном это студенческие фильмы, я снимался у студентов Института кино. Играю в нашем учебном театре, также играю в одном частном театре в Санкт-Петербурге. Вот, сейчас закончил академию, я не знаю, куда вообще идти. Я бы, конечно, хотел себя реализовать как артист кино. Но театр я тоже очень люблю. Я хотел бы играть в хорошем театре, в хорошем спектакле. И сниматься хотел бы я. Вот, люблю путешествовать, люблю акробатику, фехтование. И вообще надо жить. Вот.